Всем привет, ребят. Пока нету битвы гильдии, решил записать вам видосик, потестировать Розалинду, вот такую вот сборочку. Обратно я убрал там пакт, у меня был, потому что мне, честно говоря, она с пактом не особо понравилась. Оставил священный огонь и рунами, как видите, все-таки поставил изворот. Он немножко лучше, чем водушка. Чем? Тем, что он дает еще дополнительно 20% к уклонению. Если взять, к примеру, водушку, да, атаки немножко больше, но и всего-то. По жизни где-то они приблизительно одинаковы. Вот поэтому я решил все-таки изворот поставить. У меня даже на битву гильдии на дефе будет вот такой вот составчик с изворотами. Так, окей, давайте сейчас я поубираю всех ненужных героев, и мы сегодня на угольной армии затестим ее соло, посмотрим, до какой волны она сможет пройти. Очень интересно это посмотреть, так как она автопрокер и наносит огромное количество урона, не так-то просто будет к ней подойти. Вот, поехали. А зачем я отсюда их всех убрал? Нуп. Возвращаем обратно. Это я себе на своей волне думаю, да ладно. Так. Герой, ну, я древний с ней прохожу, вам еще видосы не пооткрывал. Честно скажу, я немножко в шоке, настолько герой имбовый на древних испытаниях. Просто там 20 минут и оно пройдено, пару часов теряешь, ждешь удачной попытки, и то, если состав нормальный подобрать, там все сразу проходится. Ну, я как обычно трешую, вот, поэтому, ну, нереально крутая она. Такс, поехали. Открылась у нас здесь эта локация. Так, башенки оставляем. Выбираем всех героев. Чисто тест. Так, отлично. Забора, как знаете, у меня нет, я все без забора бегаю. Так, вот такой вот герой. Единственное, знаете, думал ей еще панчбокса поставить как вариант, но я боюсь, отражалка будет, у кого-то она себя сольет. Окей, поехали, первый тестик такой. Попробуем, посмотрим. Конечно, водушка, как видите, срабатывает, когда героя атакуют. То есть в этом плане как бы есть немножко разница. То есть герой должен быть атакован. Ну, то есть здесь сделать какое-то действие. Ну, сейчас проверим, как она будет тащить. Башенки, конечно, круто смотрятся. Мало кто из героев соло продержится так, как она. Вот, посмотрите, настолько она крутая стала. Просто танчище такое, ну, нереальное, я не знаю. На этого демона, конечно, долго бить будет. Единственное, сейчас атланты повключаются. Это самая большая проблема. Да, видите, ее слили атланты. Вот почему опасно ставить панчбокса еще к этому тему. А так, 10-я волна.
Так, опять слили. Отражалки, Атлант. Да, против Атланта, конечно, к сожалению, ничего не сделаешь. Посмотрите, ну, блин, держит урон вообще просто бешено. Так, там тыковка разогнала, что ли? Да, тыква уже разогнала. Пофиг вообще. Только вот убили. Ну, что я могу сказать? 63 миллиона, я думаю, это больше, чем у многих. Даже состава есть, набирают. Окей. Давайте теперь, я думаю, еще один заходик попробуем. Только поставим водушку. Потому что это немножко, ну, конечно, круто, но немножко не то. И поставим. Дополнительно панчбокса. От хила все равно и хватает. Думаю, этого хватит. Так, окей, есть. Поехали. Надо устроить какой-то челлендж, наверное, между героями, кто больше всего нанесет в какой-то сборке. Как думаете, кто это будет? Ну, вот сейчас получше, конечно. Ну, пока они еще не добегают, конечно, к ней. Ну, вообще отлично. Да, вот тут, кстати, проблемка может быть. Хотя нет. Тает. Отлично. Единственное, что может мешать, это отхила маловато. Хотя на 30% себе ресторит, я думаю, этого вполне будет хватать. Еще плюс панчбокс. По сути, в этот круг кто не попадет, будет слит. Однозначно. Да, и видно, уже намного быстрее она бьет самого демона. Так, самое главное, чтобы атланты сейчас не вылезли опять с другой стороны. Так, вроде отлично зашли мне. Просто изи, ребят. Панчбокс тащит. Смотрите, девятая волна, мы уже демона убили. Насколько разница? Так, отлично. Выбежала на черепулю. Так, череп и демон. Смотрим. А, и опять атланты не с той стороны зашли. Я надеюсь, эти быстрее бьют, чем атланты добегут. Я имею в виду, здание разрушат. Да, отлично. Все просто супер, ребят. 12-я волна. Да уж. Круто. Нереально круто. Просто 6, что она творит. 13-е. Соло, ребят, соло. Офигеть. Я фигею. 14-я, 15-я пошла. Да уж. Кто думал, говорили, это не имба. Это самая настоящая имба. Капец. Я представляю, что она завтра будет чудить на атаке фортов. Ай-яй-яй-яй, заблокировали. Фига себе, пофиг, блочки пофиг, все пофиг. Семнадцатая.
Пипец. Просто аут. Чё там говорите, вас герои тащат? Это просто аут, ребят. Посмотрите, что делается вместе с панчбоксом, она просто их шатает. Там уже череп просто нас чуть не шотает. 20-я волна, ребят. 20-я волна, пофиг. Я в шоке. Честно говоря, слегонца. Да думаю, вы тоже 21-я. Ну все, тут ее, наверное, уже должны ушатать. Да, один раз ударили. А тут уже на разгоне. Все равно, вот посмотрите, продолжает тащить. Маловато дали 334, потому что мы не убили демона. То есть предыдущих волн, если вы не убиваете, вам не засчитываются. Это все фигня. До 21 волны и герой прошел один. Жесть. Честно говоря, я немножко в шоке. Пишите в комментах, что вы об этом думаете, но это просто какой-то unreal. Давно не было таких героев, которые бы так тащили. Надо будет потестировать еще другими героями, попробовать попроходить. Но я думаю, вряд ли кто-то сможет настолько универсально это все затащить. Круто. Однозначно очень круто. Поэтому есть смысл за нее впрягаться, бегать, особенно для бездоната. Нереальный герой просто. Все, пишите комменты, подписывайтесь, как обычно, лайк, репостик. Всем удачи, всем пока.